Враги нашего государства самоуверены. На допросах вы работаете с врагами социализма. Чего он так смотрит на нас? Если хотите узнать, виновен кто-то или нет, нет лучшего способа, чем вести допрос до полного его изнеможения. Что он вообще здесь делает? Невиновный заключенный с каждым часом, пока его там держат, злится все сильнее из-за чувства несправедливости. Он кричит. Мне кажется, он на тебя запал. Виновный же с каждым часом становится все спокойнее и молчит. Или плачет. Каким каком я запретил бы обращаться к тебе? И можно усиливать интенсивность допроса. Почему меня не прослушивали? Вы же следили за всеми, почему не за мной? Вы были полностью под колпаком. Мы знали о вас все. Thank you.